Здравствуйте, с вами Диджей Мэрос. Я вам хочу рассказать по поводу нового альбома, который выйдет в следующем году. Вчера я записал прямую трансляцию из ВК Live по поводу нового альбома, и были воспроизведены некоторые отрывки композиции из нового альбома. И хочу вам сказать то, что кто вчера смотрел эту трансляцию, все оценили в положительной обстановке, и все ожидают этот новый альбом. Я хочу рассказать подробно об новом альбоме, который в этом альбоме будет состоять несколько треков, и будет новый, как бы сказать, рэпер. Будет читать некоторые композиции. Вот. И для того, чтобы вы, как бы сказать, были в интриге по поводу нового альбома, я вам включу одну композицию, которая из нового альбома. Вот, название я говорить вам не буду. Просто вы прослушайте эту композицию. Это из нового альбома, который выйдет в следующем году. И альбом будет состоять из рэпа, попсы и клубников. Так что мы еще прорешили то, что, возможно, еще один трек будет написан про любовь, потому что практически про любовь я не пишу, потому что это засоряет очень много в стиле попсы. Ну, попса она в этом состоит, все про любовь писать, ну и рэп тоже про это. Поэтому и некоторые песни, они продвигаются чисто в хит-парадах по поводу этой любви. Но мы тоже как бы с рэпером решили записать один трек про любовь. И как бы запишем и посмотрим, что из этого выйдет, попадет он там в парад, не попадет. Ну, как будет, так и будет. Вот. А некоторые песни мы будем писать и про жизни, и про то, что происходит в мире, и так далее. Вот. Название альбома пока что мы еще не придумали. У нас сейчас идет полный, как бы идет у нас полная работа записи, обработка текста, и еще пока производится запись. Вот. Так что следите за новостями. Все будет опубликоваться ВКонтакте, в Твиттере и в Инстаграме. И также на Ютубе. С вами был DJ Мэрос. Если вы ждете новый альбом, ставьте лайк или пишите комментарий. Всем пока. До скорой встречи.